Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Человеку с буквы «К» по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. В страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Они любят делать других людей счастливыми. Чрезмерные гордыни носители имени с буквы «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Такие люди ради благих намерений могут решиться даже на ложь. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Иногда владельцы этого имени склонны к самообману, выдавая часто желаемое за действительное. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Буква «Ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Иногда создается впечатление, что все земное, приходящее, не имеет для них никакого значения. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». У этой личности высокие умственные способности человека, его склонность к интеллектуальной деятельности. От душевного мятежа многие приходят к религии. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.